Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы сегодня поговорим с вами о вредных и пагубных привычках. Что же такое привычка? Какая она пагубная? Ну, давайте начнем, наверное, мы с вами с пьянства. Это бич многих людей. Если муж запивает и пьет день, два, три, неделю, месяц, а, возможно, и спился совсем. Большая утрата для семьи, для жены, скорбь, печаль, боль, где муж, потеряв всякий рассудок, издевается, бьет жену и детей. Страсть курения. Мне задают вопрос, батюшка, ну нету такого в Писании греха курения. Но я вам скажу, что в этом грехе заключается, в этой страсти заключается два греха. Это прежде всего на вред нашему здоровью. И второе, то, что мы не можем бросить привязанность курению, это является страстью, также является грехом. И не только два этих качества, и наркомания, которые человек попробовал, а потом не может от нее избавиться. И такие люди теряют силу воли, он не может справиться, потому что физически самому человеку справиться с этим невозможно. Нужен внутренний, сильный, крепкий дух. Многие люди пристрастились к чаю. Особенно люди на Востоке чай обожают. Кофеманы. Многие к сладким каким-то вещам. И к другим привыкают. Дорогие мои друзья, я вам хочу сказать, человек рожден свободным от страстей. Хочется выпить – выпейте. Но в меру. Апостол Павел говорит, пей не только воду, пей и вино. Вино веселит сердце человека. Но тут же и предупреждает, не упивайтесь, дабы не потерять рассудок. Потерял рассудок, впал в блуд. Поэтому берегите себя, любите себя и не поддавайтесь страстям. Аминь.